Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Сыроежка зелено-красная произрастает небольшими группами или одиночно на земле в лиственных лесах березовой рощи, леса с примесью дуба и клена с начала июля до конца сентября, популярна как в Евразии, так и в Северной Америке. Шляпка такого гриба достигает не более 20 см в диаметре, поначалу она имеет полушаровидную форму, но потом раскрывается до вдавленной и плоской, при этом выглядит мясистой, с полностью ровным, но иногда разлинованным краем. Окрас шапки варьируется от фиолетово-красного до красно-коричневого оттенка, ножка от 5 до 10 см имеет цилиндрическую форму, цвет белый, а на ощупь гладкая, с ватной мякотью. Споровый порошок зелено-красной сыроежки охристый, споры имеют шаровидную и выпуклую форму, которая покрыта своеобразными бородавками и сетчатым незаметным рисунком, мякоть сыроежки полностью белая. Гриб съедобен и относится к третьей категории, употребляется в соленом или вареном виде.